Привет всем! Сегодня я приготовлю тунец по-шанхайски с интересной заправкой. В качестве гарнира использовал рис жасмин. Погнали! Берем кастрюлю, натираем туда чеснок, имбирь, добавляем 6 столовых ложек соевого соуса. Не забудьте подписаться, на канале много вкусных рецептов. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Добавляем 3 столовые ложки сахара и немножко каенского перца. Провариваем 1-2 минуты. Добавляем пол чайной ложки кунжутного масла. Перемешиваем и убираем в сторону с огня. Берем противень, застилаем фольгой, смазываем маслом и выкладываем тунец. Жарим в этой духовке до 200 градусов в течение 5 минут. Достаем, переворачиваем. Соус, который у нас получился, разделяем на две части. Половину соуса выливаем на тунец и отправляем еще раз в духовку на 3 минуты. Еще раз достаем, переворачиваем и смазываем оставшимся соусом. Отправляем в духовку также на 3 минуты. Перейдем к заправке. Нарезаем мелко базилик и зеленый лук. Все это добавляем в миску, в которой будем все это смешивать. Добавляем столовую ложку рисового уксуса и 1/3 столовой ложки кунжутного масла. Все это перемешиваем и покрываем сверху тунца. Давайте попробуем, что у нас получилось. Тунец получился в азиатском стиле. Простой и вкусный рецепт. Рис у нас пресный, поэтому хорошо сочетается с данным рецептом яркого вкуса тунца. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам такой тунец по-шанхайски. Всем пока!